Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних 5 путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Всем еще раз привет, дорогие друзья. С вами по-прежнему мы. Да. Good Hunt, Lost и Arrow Gaming против MVP Phoenix. Гранд-финал квалификации к International 2014 в регионе Азия. 1-0 пока за Arrow Gaming. Им показали свое тотальное преимущество. Я не знаю по скиллу, почему еще. Ну, а вот они, именитые составы. Джонни, Ланс, Ксянгзай, Дидизи и Мозун. Команда Arrow Gaming, MVP Phoenix представляют Марч, Хин, Рейзен, Форел и Кью. Викво. Да, смотришь на этих ребят и думаешь, нормальные вообще ребята, такие адекватные, хорошие, приличные, но когда ты смотришь на то, что они пикают, то сразу... Кто-то подсаживается другой, да? Да, кажется, что не знаю, что-то с ними происходит. Вот у нас команда MVP, которая выдала потрясающую игру у нас в прошлом матче. И сейчас мы видим, что у нее... Интересно, как у нас со статистикой. Да, что Фурион у нее на пару с Рубиком на первом месте. И теперь MVP решили далеко... решили махнуться пиками, потому что, как мы видим, теперь у нас у MVP first pick Фурион, а у Arrow Gaming Wraith King. Сейчас появляется Сларк. Сларк сходу. Нет. Дерево. Сначала надо, чтобы появился Войт у MVP Phoenix вторым пиком. И тогда Arrow Gaming на это смотрит, и давай туда Wraith King'а, какой-нибудь, знаешь, там, Фантом Лансера, Урсу, чтобы все накрывалось куполом. Вот. И выигрывает. И ты такой, типа, сидит пикер, Марч такой, что не так, типа? У нас в прошлый раз было то же самое, типа, что случилось? Ну, там да, и вот теперь у нас Arrow Gaming показывает, как надо играть милишниками, как нужно играть своей армией. Для этой армии им необходим товарищ, который их бафает. Дазл — это, наверное, лучший бафер для тонны жира, который идет спереди, который будет очень тяжело убивать, и в результате пока все так дефолтно. Сейчас не помешает еще какой-нибудь аппарат, в принципе, либо Sun King. Да, Sun King, либо Darkseer. Либо Darkseer, да. Чтобы не надо было ходить никуда, да? Он запрыгнул, к тебе подтянул, вот ты просто стоишь и рубишь. Я вот хочу отметить, сколько много пользы принес вообще Darkseer в прошлой игре. Он как бы и топ-1 дэмэдж, и вообще он делал, наверное, чуть ли не всю движуху. И по итоге его, вот как мы наблюдаем, в Азии его не особо-то и любят. Хотя, если взять вот те же последние лан-финалы прошлых чемпионатов, Darkseer у нас заезжал чуть ли не на first pick там в половине игр. Ну или хотя бы там второй-третий пик стабильно. Кстати, не знаю, почему, кстати, Дима вывалился на некоторое время из Dota. Его же не фиксили. Мода. Забыли мода, про нее, да? Мода типа... пошла вот. Потому такая... что, как оффлейнер, он просто идеальный. Ну, даже если его вдруг защемили на лайне, что, в принципе, трудно сделать, потому что он может стоять на большом радиусе и получать золото. Если его защемили, он спокойно уходит в лес. Да. Ну, как Фурион, Darkseer, это ребята, которые, типа, ну, не получилось на лайне, получится с волками, там я их как-нибудь жахну. А, раз он пропадает, как ВР-ка, в принципе, отлетела с оффлейна, которая... Да, вот насчет Верки. Ну, как бы Верка отлетела стабильно, потому что она на самом деле уступает, наверное, чуть ли не всем хардлайнерам, да, но в случае с Darkseer, да, есть такой момент, то, что он просто вывалился, и я могу еще поставить, что это мода, в которой у нас игроки любят, ну, не любят они иногда, знаешь, какого-то, про какого-то героя забывают, да, но как мы видим, у нас призовой фонд 6 миллионов долларов, а что мы знаем, что на International в таких призовых фондах обычно происходят кумбэки антимагов, Darkseer'ов и всего остального. Морфлингов, да. Все, что через 70 минут может ваншотить. Да, или убивать там 1 в 5. То есть Darkseer — это один из лучших героев, чтобы убить его 1 в 5. Если был какой-нибудь, знаешь, артефакт, который мог бы станить еще, собрал и застанил в ауе как санкик, то Darkseer бы мог, наверное, в соло вообще разваливать всю команду. Он, конечно, может много абузалов собрать с рефрешерами. Раскидал просто стенок и обзор же рефрешится. Обузал вообще, да, и хекс рефрешится. То есть, так это вообще красава. То есть, на самом деле, если у тебя будет аганим, обузал, хекс рефрешер, то ты там какой-нибудь антимага, по-моему, вообще изи.
на изичах там за 10 секунд дизейбла под стеночкой. Я знаю новые метаны тинкера. Да, ты тоже. Убзал блейд, запрыгнул с даггера, уронил топор на голову. Ну, понимаешь, это такое на самом деле. У нас вот марш был, вот он показал новую метану баншу, там обузал был то, что надо. Кстати, на самом деле более-менее заезжал, да, потому что нужны были какие-то станы, но самое смешное, что там все станы были у одного героя, то банши, больше ни у кого. Все станы? Только марш, да, свое дело знал. Все обузал блейд, был у банши. Вот так. Санкинг, 5 матчей, 60% винрейт. Это у команды MVP за последний, точнее, вот за этот год. А за этот турнир они его пикали? Да, они его пикали. Это сейчас, наверное, один из самых пикабельных саппортов, который мобилен. Он способен гангать, там, фармить леса. Это вот самый главный его фактор. Да и вообще он, да, вносит у нас много дэмэджа. Там, фактически, уже там с 15-й минуты. Если врывается. Если... А то, я помню, вы тут с Филатом комментировали и ждали, молили о том, чтобы Санкинг впрыгнул, а он впрыгивал на ТП-аут. Ну, мы, понимаешь, мы поднимали мораль пареньку, чтобы так, он вот шел... этим, да? Ну, прыгай, поднимали мораль. Даш, не, ну хотя бы, чтобы он прыгнул хоть раз, потому что когда у тебя забирают 6 тверов, тебе еще забирают бараки, и он ни разу не прыгнул с ульта, то становится вообще подозрительно, зачем он вообще тогда был нужен в этой команде. Ну и по банам. Баны у нас, эрогены начинают банить Баншоу, и бан Брюмастера понимает, что нужно убирать весь файт для MVP Феникса. А MVP Феникс убирает сплитпуш, убирает они Рубика и Шадо Демона, точнее, Тинкера и Шадо Демона. И самое интересное, то, что Тинкер, он как бы был уже отконтрен пиком MVP Феникс, потому что все слишком мобильно. И вот у Arrow Gaming сейчас просто огромная тонна дэмэджа, с которой драться вообще нереально на ранней стадии. Арбуз, Рейскин, все это под дазлом, за ними идет Акаша. По-моему, даже если Санкинг в них влетит, все равно, типа, там дазл отхилит, там Тайдхантер утолет и все. Неплохой выбор, я считаю, Вайпер. Тяжело, хотя бы против Кинга. Против Кинга и Тайдхантера. Милишные герои, которым нужно подбираться, он может сильно их покалечить. И АОЕ рассказ, который у нас дает те же самые герои, он блестяще его контрит своей пассивкой. То есть пока что у нас у MVP Феникс уже все более адекватно сбалансировано. То есть я не знаю, кто пикал у MVP Феникс в прошлой игре, но сейчас он пикает как будто другой человек. Потому что если бы вот сейчас они опять напикали свою тему в 4 мили, да, то, по-моему, Тайдхантера бы там с дазлом пошли 2 на 5 всех убивать. Ну и Клопа крикнул сбоку разок. Ну, да, нарал на толпу. Слушай, я так понимаю, Дарксира мы здесь уже не увидим. Ну, кто его знает, подожди. Все-таки у нас... Да, ты прав, скорее всего, мы его не увидим, потому что нужны керри, причем для Arrow Gaming. Керри с ДПСом, причем с очень мощным. Подожди, думаешь, здесь Кинг будет в качестве саппорта? Нет, я думаю, что керри нужен второй, который будет... А куда его поставят? А? Куда его поставят? Ну, точнее, да, вместо саппорта, потому что в рейскинг он уже не очень эффективен. У нас есть там спруты Фуриона, замедление от Вайпер. У нас есть вообще очень, очень много всего для того, чтобы этого рейскинга отконтрить. Но у MVP Феникс нету то, что убивает Ренджей. То есть, если стоит герой сзади, то Санкингу дойти до него вообще очень трудно. Рубику тоже он стоит сзади и что-то ворует. Фурион он вообще там, только разве что залетит сзади, но Фурион 1-1 проигрывает почти всем. И единственный вот только Вайпер, он, я думаю, тоже проиграет под таком. То есть для Arrow Gaming у них пик сбалансированный, я думаю, какая-нибудь Мирана вообще на изичек зайдет. Твой любимый герой. С Линка и БКБ ферстайтомом. Линка и БКБ, да. Вот. И ПТ на силу. И ПТ на силу. Самый лучший запак на потму. Да. Я могу прыгнуть куда угодно, откуда и угодно. И вот, пожалуйста, то, о чем я и говорил. Но это значит, Кинг все-таки саппортом. Да, потому что как с керри он тут не вывозит. Видели мы в прошлой игре из Кинг керри, да? Он вообще ничего не сделал, вообще. Он просто бегал туда-сюда, туда-сюда. И MVP Феникс, мои красавцы, они забирают Вайда. И вот уже видна адекватность в их пике. Один раз пикался АМ командой Arrow Gaming, и это была победа. Войд, MVP Феникс. Брали два раза, ни разу не выиграли. Пока ты рано обрадовался, по-моему. Надо было после вот этой статы уже какие-то примеры приводить.
Ну, здесь я добавлю, что Войд более-менее заходит. Посмотри, ни одного стана. Он может прыгать в толпу. Не, ну в смысле, есть Тайдхантер? Нет, Тайдхантер есть, но тратить ульт Тайдхантера в одного Войда, это такая себе затея. Кинг может... Кинг, ну кто такой Кинг? Войд прыгает, смотрит на ситуацию. Ага, такой Веркиз, ага. Он поднимает свой молоточек, он начинает его доставать, кидать в Войда. Войд уже 10 раз купол успеет поставить. То есть пока у нас у MVP Феникс единственная слабость — это Early Fight. Все слишком тонкое, вообще все. Слушай, вот я все жду. Были же моменты раньше, когда АМ играл через Вангвард и агрессивную... И Владимир, да. Да, то есть реально это появление. Вот сейчас, допустим, если Кинг начнет качаться через Лайфстил, АМ соберет Вангвард, там какой-то ПТ на силу, и Дазл имеется уже в команде, то есть под хилой выживаемости будет тьма. Прокачай манабрейк, и ты можешь драться вначале просто, ну, очень трудно что-либо сделать АМ. А если Войд соберет не чего-то, а мидас начальный, то есть атаки у него не прибавятся, и пробивать ему через Вангвард будет очень трудно, то кто там будет с АМом драться? Ну, ты кроме Вайпера. Это да, ты сейчас рассказал про АМа, который у нас был на первом International First Pick. Он еще тогда качал себе Spell Child чуть ли не на максимум, и в итоге забрать его было вообще нереально, когда у него там 70% резиста и еще Вангвард, который блочит урон. Но и сейчас, вот мы так посмотрим на вообще карту, Arrow Gaming опять делают блестящее решение по лайнингу. Они опять понимают, что им надо делать. Они посылают у нас антимага в легкую, антимага щитком и топориком, который будет легко ставить против Фуриона, да при этом его напрягать, потому что Фурион у нас с сапогом, и он уже тратит ману на то, чтобы отводить. В сложной, в легкой у нас MVP имеют Вайда и Санкинга. Это, наверное, два слабейших героя вообще на ранней стадии. Да и Рубик, да, у нас, смотри, бегает единичка. Там уже Санкинг, скорее всего, отправится в леса, то есть он на лайне никакого да, не будет. Да, он тоже с сапогом. И пока, как же шарит Arrow Gaming, вот тот, кто именно понимает лайнинг у Arrow, он просто гений, потому что он делает все на 100% четко и правильно. Вот антимаг вот еще придет к Фуриону, он потом себе может купить себе Пурман Шайлд, и пеньками его будет харасить вообще очень тяжело там. Да, пеньками не прохарасит, а потом появится кольцо Реги. Ну, скорее всего, он пойдет через Battle Fury. Конечно, есть шанс, что он сыграет именно через вот этого своего агрессивного антимага с Вангвардом, но он маловат. Ну, тут надо будет уже смотреть по ситуации, потому что, да, в данной ситуации у Arrow Gaming слишком сильный early fight, и вот этот вот Владимир плюс Vanguard могут на ранней стадии задоминировать и могут файты выигрывать. Тут у нас снизу байт на Тайдхантера, но я бы уже на самом деле никуда не шел, потому что сверху мы видим, что стоит один антимаг. Пеньков. Ну тут спалил Санкинг, он всю эту движуху видит, он их причем запер. Он стоит и не хочет выпускать. И первое, что мы видим, что Тай чувствует себя на хардлене вообще как у себя дома. Забрал он 4 крипов, в то время как Войд убил пока только одного. И единственный вот минус для Arrow, они не заблочили спаун. Из-за того, что они не заблочили спаун, сейчас MVP могут качать линию. Хотя заблочили они, это просто бы у нас был один стан и любой товарищ иди сюда. В итоге у нас отлично Тайдхантер переигрывает на себя, понимает, что ничего ему не сделает. Начинается драка с Санкингом, но Тайдхантер щитком и Санкинг сапогом. Я не дотянулся гашем до Рубика, у него могли бы быть проблемы, если плюнул, но уже... Достает, и смотри, сколько рейнджа, сейчас пойдет еще один стан, Дазл, должны подходить, и будет подхил. А нет, там Poison Touch. Да, врывается у нас Санкинг, также помогает бить крипы. Почему? Дазла откинули назад, а не на героев. Тут смотри, у нас Рейс Кинг начинает идти, начинает он драться, причем драться активно. И пока у нас Эрро делает фигню, причем фигню четкую. Вместо того, чтобы просто стоять на трипл-лейне и доминировать, они бегают за Рубиком, которого они не могут убить физически, потому что... Ну, потому что мало нюков. Только стан, гуси, все. И убегает. В итоге Войд получает какое-то время. Да, он получает. АМ запрыгнул. Все. Да. У Фуриона нет маны. Ему придется сейчас жрать кларити, чтобы слетать на базу, скорее всего, и восстановить хоть как-то там какое-то количество МП. Тут такой еще двоякий момент. У антимага тоже мало регена. И единственное, что вот нужно Фуриону сейчас принести, чтобы у него была сейчас фласка. Потому что если он принесет фласку, то АМ прыгает, он делает один удар, но маны нет и нету бонус демеджа. Но Фурион у нас этого не приносит. Он оставляет линию, и антимаг начинает фрифармить. Да, это очень плохо на самом да, деле. Да, АМ сейчас соберет кольцо регена, и Фуриону вообще ничего делать не будет. Он может спокойно стоять, бить тангусов у него
нормально, он будет периодически сжирать на половине хп и восстанавливаться до фула. Да, вот в таком матчапе тут есть очень тонкий момент, когда вы играете фурионом за сентов. Нужно вот здесь сделать дабл спаун обязательно. И каждый раз, когда вот антимаг у нас уходит, то крипы под тавр уходят, то здесь необходимо просто, вот как пролетает сейчас фурион, начинает делать пул. Появляется дабл спаун, он отводит крипов на этот дабл спаун, крипы уходят, остаются две нычки крипов, да, и эти крипы умирают. Все, антимаг не имеет ничего. Тут, правда, не совсем проперло, то есть идеально, когда тут вообще сатиры находятся и урсы. Они просто сразу крипов разбирают, но... Вот да, вот... им все же сейчас, наверное, даже и заласкитит. Ну, часть крипов он заласкитит, но не очень много. Он все-таки больше потеряет. Тут очень тяжело, на самом деле, заласкитит, но он справляется. Смотри, ой, красавчик, слушай, этот антимаг. Молодец. Всех заласкитил. Вот здесь антимаг у нас умничка. Да. Он с топориком, не так-то трудно, на самом деле. Ну, все же надо. И вот теперь MVP слегка... У MVP начинает работать в план. То есть на трипле в харде они не сделали ничего, хотя действительно могли, потому что Void Sun King вообще ничего не скажет Tidehunter, да, который даст танкер смеш и все. И нету дэмэджа. И в итоге Tidehunter у нас качнул бесполезный спел. Это Гаш, ну я его называю гусем. Он вообще не помогает никак ему ставить свой дом, то есть он фактически лишний нюк. В центре у нас стоит Вайпер против Акаши, но Вайпер Акашу должен выигрывать, потому что пассивка и вот этот вот Shadow Strike, Вайпер, ну Shadow Strike он... Какой он, да? А, да, Shadow Strike, он вообще ничего не делает Вайперу. По итогу классическое противостояние. В классическом противостоянии, вот, ну, пока все более-менее ровно. Все ровно, да, Клопа по крипам чуть-чуть совсем выигрывает, но это... Единственное, что вот в плюсе для Arrow, вот если у MVP у них из таких глобальных бафов только Рубик на пассивку против магии... Цепляют. Фурион. Маны не будет. Может попытаться сделать сейчас... Нет... Уже ничего не может, ему придется опять уходить. Он остается, да, без маны. Он хорошо развлекает, кстати, Фурион. Смотри, вышку он запушить не даст. При этом ребята тратят свою ману, все остальное. Он, самое главное, не даст заромить и выйти на в центр Вайпера, потому что каждый раз, каждую секунду, которую Race King проводит здесь, это сигнал, что Вайпер под защитой. То есть, потому что убить Вайпера под Акашей и в Race King, ну, довольно-таки легко. Ну и в итоге, вот смотри, вот они, вот самые сатиры, которые кидаются, стреляются. Вот сейчас он их старается забрать. И вот теперь, на самом деле, очень тяжело, что делать, потому что у нас уже три трипл стак, а трипл стак он просто вот на еще антимагу лицо. И... Ну, сатир здесь очень жесткий на самом деле, хотя а ему это не особо страшно, он регенится очень неплохо. Представь, если их будет два, прикинь вообще какая будет. Трипл килл, да, может быть. Еще антимагу сатир у нас дает удачку, вот антимаг ему специально. А почему он убьет? А? Почему он его убьет? Должно же быть какое-то количество героев рядом, чтобы он пускал в него. Ну, там, насколько я знаю, есть линия. То есть, вот если есть два крипа и где-то герой, то он просто кидает в... Я понял. Ну, там своя механика. То есть, Смайл у нас на Интернешнле просто шел мимо, вообще ничего. Его просто убило, да, потому что были крипы, они выбрали вот его. И вот я думаю, у нас Смайл знает, как они бьют, потому что он в такой ситуации не раз приехал в отель и гуглил, да, как работает сатир. Ну, действительно, да. Когда так тебя на четвертом, на третьем Интернешнле убивали, то тут уже интересно. И у нас выход от Arrow Gaming. Тайдхантер ушел снизу, его нет. Ой-ой-ой, как подставляется сейчас. Это сигнал для Вайпера. А вот зря потратили сразу все вместе и Poison Touch. Да, зря потратили. У нас врывается Рубик. Рубик у нас летает на сейф, начинает бить Вайпера, но Вайпер выживает. У Вайпера есть фласка, прилетает Фурион, начинает фокусить Дазла. Джонни минус. Да, Джонни минус. Молодцы, молодцы. У нас команда MVP. И это по минус 2 от вышки, да, получается? Суперсбада не было. Не-не-не, один килл достается Рубику. О, хорошо. Ну и теперь для MVP все более-менее. То есть единственное, вот сейчас, что спасает реально вот именно в лейте Arrow, это ульт Дазла. Это единственное, что спасает, потому что, опять же, море минус армор. Тут разводит Вайпера Кашу, агрессивно на нее букует, вот, но чуть-чуть не хватает ему. И почему? Потому что Void контрит антимага вообще под ноль в лейтгейме. То есть Void, вот когда они махаются с антимагом, да, у антимага есть только монобрейк, и все, и ультимейт. Да, там баши. А у Войда, да, и миссы, и баши, и купол, и еще он замедляет, когда прыгает атаку на 50. То есть на самом деле у Войда, ну, Void тут вообще просто number one. И при этом его очень тяжело останавливать, его невозможно зафокусить. То есть даже если Tidehunter ворвется в пятерых, то, скорее всего, прокаста не хватит, он все равно поставит купол, и минус Tidehunter, антимаг и Race King.
Я все равно не понял, почему, когда был ганг, все дизейблы и слоу в пароле сразу. То есть закончился, в принципе, стан, и практически мгновенно падает Poison Touch. Но это нервы, это гранд-финал, Витя, это 6 миллионов долларов уже нас нападает на Тайдхантера, начинает Анкер Смэш, очень больно Тайдхантеру, Войд Тайдхантера вообще не пробивает, но есть Фурион, который свои займи накручивает. В очередной раз у нас Тайдхантер дал Анкер Смэш, очень больно, и размен у нас Войд на Тайдхантера. Я думаю, Тайдхантер доволен этому размену. Тайдхантер вообще может гордиться собой сейчас в этом моменте, потому что, ну, слишком дорогой килл получился. Фурион прилетел с хардлайна или из леса откуда-то он там. Акаш прилетела, забрала килл, и в итоге, ну, очень вяло все для MVP. Акаш вообще, она в такой ситуации, то, что ей не, ей вот единственное, ей нужно улетать и ей нужно убивать. Если MVP не будут давать повод для Queen of Pain где-то делать вылазки, то она на центре загнется, потому что у нее в центре ботл, нуль талисман, да? А у опера почти мека и третья пассивка. Она подходит, он ее плюет, и все, и крипа не может. И Queen of Pain не может добивать крипов. Вот, смотри, только вот с дазлом. Ну, вот отлично сейчас обосновался Sun King в лесу, уже почти пятый уровень. 1200 на руках, совсем скоро будет дагер, в минуте на 11, наверное, уже вывезет. Ну и вопрос, как он его будет реализовывать. Главное, чтобы это был не тот Sun King, который продолжит фармить леса. И такие имеются. Ну да, пока у нас, ну, пока у нас MVP верят в свой лэтгейм, и они активно пакуются. Вот есть такой еще момент, почему Айрон нужно было идти на трипл лейн, потому что если бы они были на трипле, то Sun King бы не мог фармить, ему пришлось бы стоять сапогом и никуда не двигать. В то время как Arrow, вот который сверху, да, вот посмотри, Sun King фармит весь лес, а что делает Wraith King? Он стоит на месте, вот посмотри. Он стоит на месте и он стоит. Ждет, когда сюда придет Фурион. Ну, Фурион не придет, понимаешь, Фурион-то он не валенок, да, к антимагу идти, который с ПТ у нас уже и 8 левел. То есть антимаг его в соло прогонит, но Фурион все равно приходит. Он отведет крипов, ему нужно это тут сделать. В центре Акаша, Акаша очень больно дает Акаше Грейв, Акаша у нас убегает, но он, на ней тикает яд, еще один яд, коцается пассивка, и Акаша умирает. Вот, пожалуйста, врывается Тайдхантер, дает ревеш, начинает бить Марша. Два стика у Марша, и Марш у нас спокойно выживает. Вот сейчас еще Тайдхантера убьет, и на развороте, да, на развороте бить Тайдхантера, у нас Фуриона нету стана, еще кто-то дал у нас ульт. Это Рубик воровал ревеш, и Дазл сейчас от крипов погибнет, лол, да, крипы просто зарубили Дазла. Да. Ват? Гранд-финал. Вот это гранд-финал. Просто должна красная надпись 6 миллионов загореться. Да, для этого Дазла. Его мысль. О чем он думал? О 6 миллионах. Вот, нервишки шарят, пацана. Слушай, тут MVP-то, по-моему, 5-1, 10-я минута, преимущество по золоту более чем 2000, по XP тоже более 2000. Да, MVP 5-1, то есть нижний лайн у них более-менее выигран, в центре Вайпер у нас выиграл Акашу довольно сильно, вообще весь лес забирают, и Фурион, и Sun King, вообще они забирают все, что угодно, и при этом еще у нас Рубик активно вот пулил, за счет чего он 6-й левел, да? А в Wraith King что делает? Он просто бегает и хочет найти себя на карте, но он вообще ничего не может сделать. Они даже не пулят вот эту нычку активно, чтобы себе набирать левел. В итоге у нас Дазл 4 левел, Wraith King 4, врыв под тавер, нападает у нас на Джонни, Джонни у нас упадает, и это печаль. Да, это печаль для Джонни. Вот, как у нас прям гангирует с хостой. Стоит дальше Вайпер, у Вайпера мек, у Вайпера 4 пассивка, и как я говорил ранее, да, его нереально сейчас убить. То есть, да. Вот это, а в прокаст он ничего ему не делает. И Акаша, по-моему, что-то негодует у нас. Не стоит забывать о том, что у Рубика еще и ревейдж есть, который будет через минуту. Да. Это может быть печальным знаком для команды Arrow, просто не могут не ожидать того, что... Ну, он у него будет 20 секунд еще, то есть очень скоро, но пропадет. Поэтому, думаю, Arrow Gaming в этот момент точно драться не пойдет. Так, тут сверху у нас антимаг пушит тавер, причем антимаг у нас постепенно заканчивает Battle Fury, и вот сейчас единственный шанс, это чтобы антимаг стал неубиваемым. Если антимаг сможет себя довести до кондиции, когда Void не убьет его за купол, то у Arrow Gaming все будет хорошо, потому что антимаг сможет прыгать вперед, принимать на себя весь дэмэдж. Тут у нас гоняет Акашу дальше, потом ворвется Тайдхантер Акаши, и всех убьют. Но это очень тяжело сделать. Да, Войд-то нормально пакуется, у него уже 10 уровень есть, появляется также кольцо Регина, я так понимаю, тоже в Battle Fury? Да, Battle Fury однозначно, поскольку 3 миличных героя здесь, он будет, ну, рассекать, и нет бурста.
Вот когда нет бурста, ну такого, знаешь, жесткого прям убер бурста, здесь, в общем-то, только АОЕ, это ультайт Хантер и ультакаши, то пакуешься в демедж и БКБ. То есть все, что тебе надо, его прожать и вперед. А если бывают какие-то всякие там бейны и прочие товарищи, то там уже, да, иногда пакуют у нас и на статы. Там какой-нибудь аганим для себя. Ратинка, ушел бы в лес уже, фармил, купил бы себе топорик, я не знаю, леса свободные, шестой уровень получает. Нападают на кашу, Рубик провязал РВЭш, дал в два, их врывается с Санкингс ультимейта, он не убивает Дазла и размен, ой, в ответ у нас... Сейчас Рубик украдет, или уже нечего украсть? Нет, он уже кастовал, у нас в рейскинг у нас очень больно, Акаша умирает, и пока у нас есть Фурион. Фурион у нас летит за Врейскингом, начинает его бить, тут под тавером забирает, тем временем у нас антимаг прыгнул на вайпер, и он понял, нахрен я вообще... Не, он прыгнул на Фуриона. Да, теперь он прыгает за Фурионом, и Фурион выиграл время, но не до конца. И размен у нас в пользу MVP, потому что умерла медовая каша, у MVP Санкинг Фурион, ну, ключевые герои остались, а вот все это время фармил. Антимаг тратит свое драгоценное время. Не, антимаг здесь нормально, он хотя бы ассистов получил, уже, в принципе, неплохо, и Bat of Fury сейчас будет. Экспу тоже получил, который ему необходимо, в принципе, чтобы ультимейт промаксить. Ну, исполшил. Да, и вот теперь у нас Фрейс Кинг понимает одну истинную вещь, что... Он я не здесь не нужен. Он не нужен вообще ни в центре, ни снизу, нигде. Он нужен хотя бы шестого левела, чтобы он хотя бы замедлял пацанов, потому что единственное, что он сейчас будет сделать в этом лесу, давать лайфстил антимагу. В общем-то и все. Очень интересные применения в рейскинга, на самом деле. Он экспы ворует достаточное количество. Да, он ворует, но, понимаешь, он ворует ее антимагу. Все-таки антимагу экспана тоже нужна, как ни крути, это агильщик, у которого с каждым левелом дает тебе приличное количество агилити. И атака, и армор, и атак спид, ну... Да, и ультимейт, знаешь, 16-го Лувула все-таки он бьет очень больно там. Разница довольно приличная. Там есть по кому бить, там Рубик будет с ним плохим манапулом, если Фурион пойдет в какие-то хикса. Хотя Фурион, скорее всего, будет собирать Орчит. Не, я однозначно за Орчит, потому что Фурион это один из лучших нападателей на антимагов, когда ты антимагу даешь сайленс. Не, ну там Манта Стайл, скорее всего. Если он будет, то да, уже другой вопрос. Но пока Манта Стайла нет, если Фурион сможет откормить себя до нужной кондиции, то он этого антимага с Battle Fury заберет в любой части карты с ассистом любым. То есть это на самом деле очень жестко. Бывает такое, что пикаешь антимага против Фуриона, ты идешь антимагом в легкую, к тебе к антимагу приходит трипла, а Фурион стоит на своей легкой. В итоге Фурион фармит фаст, торчит там минуте на 14 с мидасом. И этот Фурион убивает антимага в любой точке карты, и все. И тебе играть уже потом нереально. Вот здесь... Ну, нужно собирать мантастайл очень быстро. Да, вот здесь нужно, чтобы эров защищали свои тавера, потому что каждый тауэр этого Фуриона Корчида приближает. Два ТП у нас гонится за вайпера, Shadow Strike вайпера. Начинают бить, но вы посмотрите на этот дэмэдж. Дэмэджа почти нет. Рывается у нас вся команда на вайпера под тауэр, но вайперу тупо пофиг вообще на всех. Хотя на нем нужно нормально минус армора настакалось, если что, а Дазла уже под конец подходит, но... Но заканчивается минус армора, пока у нас 5 героев команды Arrows смотрели на вайпера в центре и тратили свою ману. Фурион пушит вверх, а Войд пушит вниз. И это, похоже, будет очередной тауэр. Тайдхантер вообще бегает без маны. Вот он не сделал аркан тапки, и, по-моему, они ему нужны. Потому что он, наверное, уже полминуты бегает без маны. Вот смотри, он бегает. И как бы его все равно не пробивает ни крипы, ни герои. Ну, да? Блин, гаш первого уровня стоит 120 маны. Извини, это, блин, 1/3 монопула Тайдхантера. Вот реально, это 33% его маны. Он его дал, все, понятное дело, у него маны не будет. А гаш первого уровня это очень... Ну, это единственная польза на ранней стадии, когда у тебя 40% слова, но потом от этот гаш почти не дает тебе ничего по макроигре. У нас передвигаются у нас наверх, у нас MVP чувствует в себе силу, потому что у них есть прокаст, у них есть отличный рассказ от Санкинга, от Санкинга, Рубика, Фуриона, также есть вайпер, который готов танковать, и нужно идти давить. Arrow драться сейчас очень тяжело, вот смотри, какой они стак фармят, у антимага Battle Fury, всей командой они помогают ему зафармить, и это на самом деле... Класс. О, смотри. Там же третий вампирик аура, для АМ это вообще не проблема, у него... Да. АМ идет через Владмир. Да. У него появляется Морби Пласт. Он будет играть... Хотя тогда не понимаю... если он хочет играть через выживаемость, надо было максить спеллшилд по-любому, чтобы переживать файты, регениться потом от вампирик ауры и пытаться всех взять измором. Иначе тут никак не получится. Ну, я уверен, что он именно это и сделает, потому что пока у нас файтов еще не так много, да, у него всего один ассист за всю игру, и он наверняка начнет этим заниматься потом. У нас Эру делают самое четкое действие. Пока MVP забрали верхний тавер, они идут на Рошана, и вот посмотрите, какая классная вообще комбинация. Аура в Рейс Кинга, антимаг, у которого очень много армора,
Там манабрейк, и Рошан у нас падает. Рошан у нас постепенно падает, и MVP даже не догадывается об этом. И вот он, Владмир. Это еще вампирик. Теперь... Сколько там Владмир дает? 15%, если не ошибаюсь? 16%, да. Плюс промакшены будет 30. 46% лайфстила. Да, это очень много. Эро у нас красавцы. Пока у нас Эро забирали Рошан, тем временем Вайпер пропушил верхний лайн. Войд почти закончил Battle Fury. Он закончил его. Да, он его закончил. И вот теперь такой сигнальный момент для Эро Гейминг, что нужно каким-то образом развлекать MVP, потому что с каждой секундой, вот если мы не будем брать в расчет Дазл, да, Войд делает антимага. Войд делает антимага, причем он слишком жестко его делает, потому что все вот эти вампирика, ауры, все минус арморы на противники, они не работают в куполе, потому что ты не бьешь. Тут есть один вариант. Один вариант, который Тайтхантер запрыгивает в толпу, инициирует, то есть по Войду проходят эти тентакли. АМ с Мантастайлом выжигает ману, не оставляет на купол. Все. Есть шанс такой, но... Но это такое, знаешь, когда Тайт у нас прыгает в пятерых, Тайт у нас прыгнул он в колпу. Тунорчит. Да, прыгнули на антимага. Антимаг просто в ответ хочет убить Фуриона. Прилетает Войд, начинает пилить антимага. Стоит у нас Сен-Кинг. И отличный грейв от Дазла. Нужно добить. Антимаг у нас убивает. Аегис. Дроп Аегиса. Как раз-таки откатится Блинк. А подкопа нет. Нужен баш. У нас прыгает Войд. Да, прыгает у нас Войд за антимагом. Нужен еще один баш. Двоечка. Нет баша. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Убегает у нас Сен-Кинг. Ультимейт землю. Да. Попытка цепануть. Марш. Хотя кого вы цепляете? Квапа просто улетает отсюда. Джонни. Есть реинкарнация. Джонни чувствует подставу вообще, что его кинули прямо сейчас. Вот Акаша все еще смотрит на Джонни. Джонни смотрит на Акашу и говорит: нет. Его забирают. И вот тебе надо бежать вайперу, потому что уже подтягивается чуть ли не вся команда. Прыгает Акаша, начинает фокусить Марша. У Марша есть мека. Ну как же у нас живет вайпер? Как же больно Акаше. И Акаша все-таки выживает. Да, и килл достается Райткингу все-таки. В два ульта они забрали этого вайпера, при том, что у Фуриона был свой ультимейт, и если бы он ультанул, то он бы эту Акашу бы забрал. И появляется Яша. Вот АМ сейчас начинает набирать айтемы, которые ему необходимы для файта. Выживаемость у него уже очень неплохая есть. Если он еще и рядом с Кингом, то это вообще забей. И под ультом Дазла его пробить нереально. Да, благодаря блестящей размене Аегиса они забрали Тауэр. Еще антимаг забрал Фурион. И он отрывается от Вайда. И вот та самая крит-масса, она начинает наступать. У нас здесь прошел Сен-Кинг, подошел Войд, начинает бить антимагу. А там много армора очень. АМ выживает. Ему надо... Почему он не стал драться? Там было 40% лайфстила. Он мог просто стоять и пилить. У нас начинают убивать нас Рейскинга, Рейскинг падает, а антимаг убегает. Странный выбор, я думаю, что пару-тройку тычек он мог там сделать и потом ультануть. Он мог еще ультимейт разрядить, потому что у него есть дазл. То есть вот в этом есть огромный плюс, да, сей связки. Тут Сен-Кинг у нас охотится за антимагом. Ну и пока у нас антимаг очень уверенно идет. То есть он теперь может уже ходить напрягать даже того же вайпера, потому что он наносит очень много урона. Правда, он может его напрягать, но не драться с ним в лоб. То есть выжег ману и убежал. Не, он вообще быстро отрегенится в лесу, понятное дело. Разве что его Фурион какой-нибудь прочитает и найдет с Арчидом. Но развлекает он вообще на ура. Да, вот антимаг у нас теперь фармит быстрее Вайда. У Вайда появляется Madness. Да, у Вайда у нас кулдаун 13 секунд на таймволк, а у антимага всего 5. То есть антимаг у нас может побыстрее бегать. Ну, тут у Вайда надежда убить АЭМа за купол. Если он его убивает с Madness'ом, все хорошо. Да, я бы сказал даже, что скорее тут грамотнее будет убить Вайда за купол, чтобы на него не повесили грейв. То есть надо будет еще и с Дазлом разобраться, иначе купол будет... Никуда. Бесполезен тап. Это поэтому единственная задача у нас Вайда — это найти Дазла, прыгнуть в него, дать купол в него и кого-то еще рядом и убить. Вот. Ну, с таким атак спидом он может вообще его запермобашить. Вот. Главное, чтобы не было армора много. Что, по нетворсам 1000 с небольшим выигрывает АМ, а у Войда 11000 Войд, 12000 АМ. Ну, мне кажется, АМ сейчас немного будет набирать обороты, потому что он лес-то может истязать очень быстро своим блинком. АМ заберет весь фарм у своей команды. Сейчас очень тонкий момент, когда у вас идет лейт-гейм. Вот есть антимаг, а есть 4 героя, которые не могут в соло фармить лес. То есть, вот, допустим, есть нычка, которая стоит вот здесь. Ее не может фармить никто, кроме антимага. Вот АМ еще и чужих хэншентов сейчас забирает. Вот. Но антимаг, он понимает, что нужно фармить чужих хэншентов. Вот он сюда приходит, но этих хэншентов забирает Фурион. В итоге у Эро фармит один антимаг и только один антимаг. А у MVP фармят 3 героя. Это Вайпер, Фурион и Войд. Причем они фармят побольше. И в итоге... Вот если игра затягивается по фарму, то по фарму у нас MVP выигрывает.
Причем с каждым разом все больше и больше. Очень... Что дальше собирать в Айду? Кристаллит какой-нибудь МКБ, или бутерфляй? МКБ и бабочку. Это два самых крутых артефакта. И потом шестым слотом тарить БКБ. Потому что наверняка появятся у нас хиксы у команды Arrow. Причем неожиданный, необычный вообще выбор от Акаши. Она собирает БКБ ферстайтемом, но... Ее убивает не БКБ, ее убивает с руки, находит у нас антимага. Антимаг у нас прыгает, находится на кинг, начинает его фокусить, подходит Рубик, поднимает антимага, фокусит всей команды, Сайленс, Монта, антимаг убегает. Убегает у нас антимаг, Вапа, прыгает Акаша. Вапа запрыгивает, ну тут же стан, да, от Рубика. Прыгает у нас Акаша и вот... Догонку. Да, убегает Фурион, и это в итоге минус один Рубик. Но, ну, нормально, тут у нас он еще и бегает. Очень больно антимагу. Антимаг сейчас может умереть. Ты посмотри, как больно вайпер его нарезает, убивает вайпера, и все, надо бежать. Вайпера некому убить, вообще ничего не сделаешь вайперу. Данхаттер влезает реведж, и глупцы, бегите. Нельзя останавливаться ни в коем случае. У нас ну, тут останавливаться не обязательно. Тут что, Войд бежит, у которого будет прыжок, и тайт минус. Да, у нас Тайдхантер жмется в уголок, понимая, что хочет выиграть время. Тем временем у нас Фурион гонится за остальной гоп-бригадой. Ну... Здорово пока. Пока великолепно. Наши пацаны. Корейские друзья делают Да, кумбэк. Делают прогресс, да. Причем, знаешь, вот интересно то, что они сделали кумбэк, когда посмотрели на пик Arrow, слегка его модифицировали. И мы видим, что если они не загоняют сами себя в вот пик, то они более-менее что-то и показывают. Они даже. Его не то чтобы переработали, они просто сделали меньше АУЕ задумки. То есть, ну... Они сделали его работоспособным, даже если ты не можешь реализовать комбу. Ну, просто лейтгейм. Да. Да. И сейчас они чувствуют себя в итоге очень хорошо. Вот нас решил паковать все-таки БКБ. Собирается он. Я думаю, что это не особо ошибочно, чтобы не кидали никаких поджин тачи. Но если ты будешь драться, да, это на самом деле очень хороший вариант. Но у нас пока, как ты видишь, у нас драк особо нету, именно вот таких глобальных 5 на 5. У нас есть массовки, разводки, а в разводках больше доминируют вот другие артефакты. Украл Рубик Блинк. Да, один из лучших, наверное. Один из лучших спилов для Рубика. Фурион, в итоге, Фурион у нас фармит лес, Войд фармит свой лес, Вайпер фармит центр, и его вообще не хочется на карте встречать, потому что даже антимагу уже тяжело его убивать из-за того, что Вайпер у нас имеет агоним. Агонимный Вайпер Страйк. И преимущество постепенно наращивается. Оно идет вверх. Уже 7500 голды. Гонится у нас Arrow. Стараются они найти хоть кого-то и, не знаю, провести хоть какой-то замес 5 на 5 под ультой Тайдхантера и игровым дазлом. Но тут Вайпер. Бегают у нас Вайпер. Начинает разводить всю команду. Вайпер страйк в Акашу. Гонится антимаг. Телекинез. Нужно Акаша под БКБ. Запрыгнул. Цепляют. Ну... А почему он доставил не юзает? Отлично. Вот теперь все команды у нас выбирают... Ой-ой-ой. Ультимейт в антимага, который... Это нормально. Да. Купол в никуда, это плохо. Ravage, правда, нет. Джонни пока танкует. Есть реинкарнация. Оборал Рубик. Отлично. Опять своровал ультимейт. И Вапа расстреливает. Встает. Стан. У Войда проблемы. Грызается АМ. Минус Войд. Здесь уже минус 3 в исполнении Arrow. И вряд ли отсюда отпустят Сан Кинга. Он сейчас появится. Будет тут же блинк от АМа. Запрыгивает. Дабл килл от Дазла. Это минус 4. Блестящее исполнение от Arrow и очень интересное исполнение от MVP. Купол ни во что. Ну, купол он не успел, он хотел поставить на М, а М вовремя сделал блинк. Да, просто он рискует, то есть ему вообще не нужен АМ, по сути. Ему он все равно его не убьет, если есть Дазл. Поставь ты купол на Дазл и на остальную команду убей ее, все. А М сейчас пушит вышку. Да, потому что сейчас у нас Войд, он, ну, не только Войд, а вообще MVP хоронит сами себя. Вайпер бегает один вообще без какой-либо поддержки. Вот если антимага нет, то Вайпер живет. Вайпер очень долго живет. Но если антимаг есть, антимаг его просто монобрейком убьет. Монобрейком и ультой. То есть то, что антимаг у нас бьет очень больно. И по итогу Сан Кинг еще, который кастанул ульт в антимага, это, наверное, самый юзалис таргет во всей игре, потому что... Да, такой, это еще спеллшилд не прокачан до максимума, он ничего не смог ему сделать. Когда сейчас прокачается спеллшилд до четверки, появится сейчас, возможно, Тараска даже у АМа какая-то, хотя я не знаю, будет ли он укрепляться, но ему не помешало бы. Ну, вообще, тут больше, думаешь, приоритет в бабочку, потому что магии очень мало, ХП, ну, бьют его только с руки, причем его бьет Войд, Вайпер и Фурион. МКБ у нас не мечается ни одного, ни второго, ни третьего героя. Фактически, если ты соберешь бабочку, мало того, что у тебя будет миллион армора, у тебя еще будет Эвэжен, который будет контриться ох, как не скоро, и при этом будет море дэмджа, вот по тем героям. То есть антимаг он с бабочкой Войда, даже если Войд поставит купол, он его 100% не убьет. Через 15 секунд появляется Рошан, я думаю, следующая стычка как раз таки на нем будет. И я уверен, что там у Эра преимущество. Потому что все-таки в узком проходе Тайдхантер, который дает анкер смеш по всей толпе, это
Очень сильный лейтгейм. Хантер, кстати, решил не собирать дагер, собирать Блейд Мейл. Да, и, кстати, выбор четкий под Санкинга. То есть, ну, под Санкинга, под Фуриона будет чувствовать себя очень жестко тут у нас. Они... У Джонни нет реинкарнации, да его сажу сейчас просто. Джонни вообще как-то интересно все делает. А где был... Джонни вообще все интересно делает на пару с Дазлом. То есть Дазл вообще ничего не делал. Прыгает Войд, прыгает они на Тайдхантера. Надо убить Тайдхантера до Анкер Смэша, начинает его убить. Вот он тот самый крест от... У нас от Дазла. Войд у нас в итоге бегает, бьет вообще в Блейдмейл, но у него есть БКБ. Ничего себе, прожимает БКБ, чтобы Блейдмейл не ударить. И этот 5 в 3. Стоят у нас 5 в 3 MVP. И Эрл нужно просто предпушить, то есть здесь они не сделают ничего, появляется Рошан. Я не понял сейчас задумки, почему не засейвили Грейвом Скелетон Кинга, почему Тайдхантер не стал уходить, а нажал Блейдмейл, а стал драться с 0 хп, реально. Кто его знает, может быть, они верили в свой антимаг и ждали, что он придет, но... Ну хорошо, тогда ревейджиру, я не знаю. Но антимаг у нас не пришел. Акаша у нас идет... Соник Вейвом, возможно, хочет застилить вот эту всю движуху. Санкинг уже начинает палить. Вот тут песочком сидит в засаде. И нужно, ну, врываться на самом деле очень тяжело. Тайдхантера нет. Без Тайдхантера ты вообще не сможешь делать ничего. Забирает Аегис. И в опасной позиции Эру надо бежать. Санкинг рядом, врывается Акаша. Нападает на Санкинга. Нужно сделать что-то. Ультимейт будет, нет тайма? Очень больно Вайду. Вайду фактически сразу убивают. Тем временем Акаша забирает Санкинга. И MVP надо бежать всей команде. Shadow Strike. Отличный слоут. Переаем может вгрызаться. Башера у него пока нету, но мы не нужен просто, потому что герой не может убежать. И Акаша идет вдогонку. Да, вот если бы убили сейчас Вайда, было бы гораздо интереснее. Да, и вот она БКБ на Вайде, который проигрывает по статам. У нас у Вайда, он включил мом, и он этим момом убил сам себя. Да. А Эм все-таки, кстати, идет в Тараску. Он хочет укрепиться, он хочет врываться в файты, и с таким огромным количеством лайфстил его будет очень трудно убить. Ему достаточно бить. Я бы даже, наверное, БКБ собрал ему вместо какого-то айтема. Потому что с таким количеством лайфстил он может стоять, драться. Для него БКБ здесь будет как сатаник. По-хорошему. Я верю в бабочку и Тараску. Бабочка очень много выживаемости дает. У него уже 2400 хп, да еще под армором Дазла. То есть, ну, это 2400 с ПТ на ловкость. Я думаю, 2600 с лишним будет с ПТ на силу. Ну, Тараска, да. Сейчас ухудшит немного жизнь MVP. И у MVP небольшие проблемы, потому что очень мало урона с руки. На урон с руки у них только один Void, у которого есть Battle Fury. Ну, фактически Мидас так себе, да, и Мом, которому он убивает сам себя. То есть Void включил Мом, он там антимага чуть за 3 секунды не убил. Прыгает у нас антимаг, прыгает во всю толпу, находит у нас антимага, начинает Void его башить. Нужно ставить купол, врывается Санкинг, и посмотри, как долго они убьют. Посмотри, как долго они его убьют, но все-таки убивает. Подходит Тайдхантер, зря он это делает, нужно бежать, не разворачиваться. У антимага нет байбека. Гонится Рубик у нас блинком, вот это вот очень тонко. Сейчас кого-то подцепит. Да, идет Акаша, нужно прыгать. Нужно прыгать, как мужчина, прыгает у нас за Дазлом, да. Дазл нужно вообще сюда первым вырезать. Нападает Фурион и Эру на фиделе. Да, причем... Ой, еще и Джонни подставляется. Лол, тэп-аут пытается сделать, подкоп сбивают. Причем они на фиделе всей команды. Они еще сейчас потеряют ультимейт в рейскинга, который очень важен для их команды. У нас тут Рубик блочит. Показывает микроскиллс. Фурион забирает у нас еще и в рейскинга. И остается у нас Акаша с Тайдхантером в одинешеньке. И причем они ничего даже не делали за это время. Они просто вот так на фиделе, потом бежали на фиделе. И MVP под тавером стоит. MVP такого вообще не ожидали подарка. И больно. АМ очень долго ресвится. Больно Тавару, да. И антимакс Тараска, не хватило хитпоинтов. Не хватило, убили его за такое количество дизейблов, но там должен был быть Тайдхантер с дагером, который бы... Которого дагера нет, у которого да, у которого Блейдмейл. Если он ворвался и на какое-то время задизейблил, АМ бы спокойно вышел из купола, прожал Мантастайл, анблинкнулся, и все бы было нормально. Они могли бы потом даже подраться. Дазл бы чуть подхилил, и все было бы неплохо. А это минус мид. И теперь у нас становится интересно. MVP забирает у нас центральную сторону, при том, что делает это они довольно-таки легко. И очень много фарма. Графики у нас продолжают расти вверх. И вот теперь интересно, что соберет Фурион. Потому что у Фуриона... 3700. Хекс уже есть. Хекс есть, да. То есть дизолятор. Через дизолятор и МКБ. Вот два самых вот достойных артефакта в этой игре. Войд, кстати, у нас делает Дейдаус. То есть, если антимакс берет бабочку, это будет просто жесть. Войд у нас делает Дейдаус. Собирается, видимо, рубить всю остальную команду на криты. Ну, бабочку трудно.
пока денег надо уйму. 1700 надо, есть. Надо. И сейчас неплохо бы задуматься, ну, о том, чтобы оставлять на байбек. Сейчас талисман of evasion нужен. Ну-ка, давай, антимаг. Купи себе талисманчик of evasion. Опа! А байбек? А байбек, ну... Подождет, да? Да, ну просто талисман дает очень много. Это 25% хп, считай, просто. Да против это понятно, руки. Но... Если опять же его убьют, так случайно где-то подставится, то шансов вернуться в игру не будет. Поэтому он все сделает четко и выиграет замес с этим талисманчиком. Вот мне этот парень нравится, да, этот парень на самом деле делает дело. Делает дело, причем довольно уверенно. У нас тут поверху Рубик, Сэнд Кинг. Кстати, поверили в себя, чувствуют они, что они могут выиграть замес. У нас Фурион делает себе дезолятор. И сейчас вот такой момент, что на самом деле MVP в драке они не слишком сильные. У Рубика 800 хп, у Фуриона 1200, у Вайда 1400. Единственное, что сильно, это Аигис на Вайде. Но если у нас Эрл сплетанутся и каким-то образом зафокусят дрищей, то... то Войду будет больно. Вот уже, смотри, повесили купол. Очень далеко у нас находится Тайдхантер. Джонни в очередной раз у нас подходит. Чек! Прыгает Акаша. Пытается начинает... зафокусить. Очень больно Войду. Врывается у нас Тайдхантер. Войд жмет БКБ. И нужно сплитать, сплитать, бегать, бегать, бегать. Нет, у нас не побегаешь у нас в куполе. Забирает у нас Тайдхантера. Продолжает тикать минус армор на Войде. Сейчас нужно прыгать антимагу. Где у нас антимаг? Прыгает антимаг. Антимаг тут. Прыгает антимаг. У нас режет Войда. Войд у нас падает сразу. Улетает. Нет, подожди, Хекс. Вот только сейчас забивает Войда. У Джонни реинкарнации больше нет. Есть пока еще ХП. Ну, кинь же ты стан Фуриона! Кинул Войда. Бегает у нас антимаг, и антимаг понимает, что один против четверых он не боится. Все-таки без ревейджа драться очень сложно. У нас идет Тайдхантер. Арбузик у нас идет в бой, давай, братан. А тут Мэднес, самое время. Есть грейв. Пока результовался. Отлично, по троим запрыгивает. АМ, как же много дэмэджа. Он по минус армору валивает, пытается уйти Фурион. Есть мана Войд, и Фурион отсюда не отпустит. Есть вижен. Минус 4 в исполнении Ару. Да, был байбек от Тайдхантера. Ультимейт был просто царский. Он вовремя подцепил. Там был мом, там был минус армор. Там стерли просто Войда за долю секунды. И там не было купола. Вот что самое четкое. Войда в этом файте убили два раза. У АМа уже есть 1700 на руках. И до бабочки остается не так много. Да, соответственно, у него еще есть 50 секунд фрифарма, когда нет Войда, а без Войда его убить нереально сейчас. Его можно убить только за купол. И АМ это прекрасно понимает. Есть ли у Войда байбек? 1000 на руках, вряд ли есть байбек. Можно, конечно, посмотреть так. Да, нет байбек, еще 200 золота не хватает. Тайдхантеру нужен блинк. Он может, да. Он может всю игру перевернуть с этим блинком на пару с Акашей, потому что теперь, благодаря тому, что у нас Акаша Хекс, ты можешь рваться в толпу, хексить Войда, и дальше после Хекса врывается Тайдхантер, подстанивает Войда, и где-то рядом ты наверняка зацепишь Дазла. Если у смотри, нас... Рубик цепляет, а Эмма своровал, но что-то, потянул вайпер. Ему пофиг, ему да, просто думаю, пофиг. Слишком много хп и Регина. Хотя у нас Рубик гонится, гонится у нас Сэнд Кинг, также у нас Фурион появляется из таверны, может полететь, дает ультимейт, но... Нет, ну блин, вот они ничего не снесли ему, они потратили уйму спылов, но он сейчас все это восстановит. Блин, как же долго сейчас висит Вейл в Дискорд? Реально, его повесили, уже фиг знает когда, он до сих пор висит. Нужна бабочка, а ему срочно нужна бабочка. У нас такая битва кэрри, нужна бабочка или МКБ, два коронных артефакта. Да, но до МКБ войду еще очень долго, до бабочки не так долго осталось. То есть сейчас 7 сотен до Иглсонга и 9 сотен, грубо говоря, меньше 2000. Я верю, что антимаг мужчина, который как только у него появится на бабочку, он ее купит, потому что ДПС станет сильнее раза в полтора, при этом он станет еще, у него выживаемость повысится также где-то раза в полтора. Очень высокая разница. Войд у нас начинает бегать, искать себе место, и вот сейчас такой момент, что Войд продал Мидас. Продал он Мидас, причем довольно рано, но это было понятно, потому что уже 6 слотов, и вот теперь Mask of Madness играет Войду в минус. То есть мы видим, как Войда забирает, его забирает просто за 2 секунды под Mask of Madness, под минус армором, и в итоге у него еще нет слота под ТП. То есть он сейчас, если купит еще один слот, ему придется, видимо, Mask of Madness выбрасывать очень скоро. Минус Мидас это, в принципе, не так... Так, Квапа цепляет на боту, им прижимает БКБ, оборет. Минус Фурион. Покричал на Фуриона, да, у Фуриона у нас запах чисто на ДД, но, увы, ничего он не сделает против БКБ, и это вот... Небольшая слабость у нас для этого героя. У нас начинает пушить вверх. Понимаешь, без Фуриона они, что они не сделают ничего. И MVP уходит, и Эрл начинает захватывать постепенно карту, потому что Акаша, которая имеет Хекс и БКБ, она контролит. Контролит фактически любого героя. Даже тому же Войду по лицу может напинать. Да, если Войд сейчас подставится под Хекс, потом запрыгнет
Правда, без дакера до сих пор этот Tidehunter смущает меня. Могут спануть Ravage'ем, а за это время у него не останется банально маны ни на что, если АМ будет рядом. То есть он ему все выжгет, и ни таймволк, ничего не получится. Запрыгнул АМ. Позиция у нас MVP, но MVP надо бежать. Даку без Фуриона им очень тяжело выигрывать. Тут Акаши у нас патрулирует, ищет Сенкинга, но Сенкинг, точнее Рубика, но Рубик у нас в позиции. Кстати, очень четкую позицию взял, чтобы своровать у Tidehunter'а там что-то. Ну что, это бабочка, это... подкоп. Ну, блин. Ну, подожди, подожди. Ну, а что? Ты думаешь... Ну-ка. Мне кажется, возьмет. Но смысл оставлять на байбек? Ну, я верю, да. Нет, вообще есть смысл. То есть, если на него потратят купол, а он потом вернется с байбека, это будет где-то возле базы, где курьер погибает. Где он был? Ай! Так, у нас Рошан появляется. Появляется он... Ну, когда появляется у нас Рошан, и это самый четкий тайминг для Ару. Если они его имеют, они могут его пойти, спокойно забрать, и этого Рошана очень тяжело забирать. Сейчас вообще идеальный момент разменять Рошана на Т2, но MVP рядом. MVP рядом, и тут дальше в атаку. Травела нас... появляется у Аэма. Да, вот это, кстати, интересно. Это байбек и попытка вернуться это... быстро в файт. Да, это байбек и травела, и при этом он еще будет быстро бегать, что тоже немаловажно. Вообще, Эро понимает, что сейчас им нужно дальше поспидпушить, потому что, ну, уже слегка время работает на них из-за того, что у нас у Айда слегка помойные арты, скажем честно. То есть Дейдалус дает ему сравнительно мало, Mask of Madness в некоторых ситуациях дает ему вообще меньше, чем хотелось бы. Ну, если только он накрывает куполом всех и за купол расстреливает. Да, тут, да. Но дает сильный буст. Но против антимага и Акаши это сделать крайне сложно. Два героя, которые прыгают нон-стоп. И с Врейскингом, который у нас постоянно идет вперед и впитывает для себя. Антимаг у нас зарабатывает дальше денег, у него уже 4500. 4500, и он прям пакуется так на верочку, чтобы все было хорошо. Врывается на Рошана, начинает его забирать Войт, и на Рошане надо драться. Да, нельзя давать. Об этом не знают Террел. И, кстати, по-моему, Tidehunter... Что-то он себе купил, нет? Он что-то себе купил в куре. А, видимо, это и был блинк для него. Тут у нас антимаг бежит, начинает он убивать пеньков, но падает постепенно Рошан. Нужно отбивать Рошана любой ценой. Антимаг думает, хочет он прыгнуть или нет, боится, убивает иллюзии. Воет у нас дальше, пилит в позиции, стоит все, прыгает. Нет, не прыгает. Все, забрали Аегис. Надо бежать. АМ запрыгивает, видит иллюзию, получает вайпер страйк, пошел стан, но это все на иллюзию, Войт должен накрывать. Накрывает куполом, отличный рейвидж, цепанули, запрыгнул Рубик, расстреливают, это минус АМ. Хотя нет, Грейв еще живет, лол, сейчас должен быть мандастайл и прыжок. АМ, ну почему же ты не упрыгиваешь, братан? Должен быть байбек, должен прилетать куда-то в интервалах. А куда прилететь-то? Только возле Т2 на крипов. Войт пока живет, у него еще есть сыр. Да, здесь Арроу, наверное, файт отдают все же. Антимаг дрался один. Акаши видел вообще? Акаши не было в драке. Акаши где-то там бегал, у него до сих пор сохранился свой ультимейт. Я не понимаю, почему АМ не сделал анблинк. То есть он с него, на нем был грейв, на нем было 2 хп, он стоял и просто дрался. Ему надо было уходить из этого но файта. Он хотел убить их до конца драка, но просто что мы видим? Ульт Дазла вообще не был использован, ульт Акаши тоже не был использован. Это огромный провал для команды Эра, то что они вообще пошли драку драться фактически 3 на 5. И MVP у нас спокойно начинают забирать драгу. Антимагу не хватает вообще хп. Обрал Квапаты, посмотри, Марчи как сандалит, пытается выжить. Здесь дадут ли ему сыр? Нет, не отдают ему сыр, нет места. А у него есть Аегис. Ну, начинаю драться, Вайда до купола 15 секунд. Войд отлично нарезает одного, второго. Антимаг тем временем у нас убегает. Понимая, что он не выдержит ДПС от троих героев. Тут у нас очень больно, он вообще нарезает Фурион на пару с вайпером. То есть Войд у нас уже такой дизайн. У нас погибает Скелетон Кинг, который был после байбека, и резц ему больше минуты. Есть у нас Tidehunter, влетает он в центр. Начинает он пугать своим видом. Ставит очередной купол у нас Войд и начинает бить антимага. Начинает бить антимага, но ДПС чуть-чуть не хватает. У нас ставит грейв антимагу, и нужно антимагу бежать. В антимаг кинули вайпер страйк, есть сыр. Ну, минус сыр, АМ. Ну, сыр это ГГ. Него. Да, это ГГ. И MVP молодцы. Да, 1-1. Равняют счет. Вот последний файт, он был немного провальным. Вот реально он был провальным, потому что если бы там был ультимейт Дазла, был бы подхил и кричалка от квапы, то, скорее всего, они бы выиграли. Ну, был еще такой момент, что Рошана уже забрали, а Аегис уже... И начали врываться. И зачем? Зачем, да, действительно. Вы проиграли, как бы... Да, Иван, и тут у нас, да. Иван сказал, без комментариев. No comments, да. Просто. Действительно, отдали Рошана. Надо было уходить на хайграунд, как-то стараться там дефаться и так далее. 6 минут стараться не встревать ни в какие файты.
Потому что, понятное дело, что с Сыром и Аегисом драться, это, грубо говоря, плюс два персонажа. Ну, тут еще есть момент, что нужно врываться синхронно. Если антимаг прыгает первый и начинает там бить 3 секунды, а его бьет 5 героев, и у тебя там где-то там Тайтхантер в кустиках стоит или просто ревейджирует на одного Вайда, то это не окупается. Но если бы у нас Эру прыгали все вместе, там прыгает Акаша, дает хекс Вайду, начинает его пилить антимаг, потом в толпу уже прыгает уже Тайтхантер, все это под грейвом, под ультимейтом Дазла, под ультимейтом Queen of Pain, то это все жестко, потому что, как мы с тобой видели, Queen of Pain вообще в соло убивает Фуриона, да? Она в соло убивает Фуриона, но в драке ее вообще не было, и в итоге антимаг в 1 на 3, ну, увы, не потащил. Ну, естественно, вот этот файт, он очень много решал. Очень много решал. По игре вообще было видно, что у нас просто огромное количество ошибок, что с одной, что с другой стороны. То есть у нас стабильно вообще фидели товарищи. Мека на Тайтхантере можно официально заверить, что это на пару с Транквиллой. Не, Мека, подожди, ну Мека, ладно. Еще, ладно, хорошо. Блейдмейл. Блейдмейл. В никуда и, просто. Да, Блейдмейл и Транквилл Буце, они ничего не сделали. Если вы Тайтхантер, и у вас тут уже есть в команде там, да, там 6-слотовый антимаг, то Тайтхантера вообще никто не будет бить. И если вас будут бить, то вас, скорее всего, будут бить за Хекс, там, за Сален, за что угодно. И вы тогда по-любому не сможете дать там свои вот эти вот спилы. Да, а вот и по итогу у нас половина реведжей, ну, было очень поздно. Нужно было делать раньше. Я не знаю, на самом деле, я рад, в принципе, что 1-1 это гранд-финал. Игры должны, в принципе, идти на равных таких вот терках. Но опять вот Скелетон Кинг, мы его с тобой будем поносить, да, я думаю, очень долго. Да, мы его будем поносить очень долго, потому что пока он вообще не заходит в комбинацию. Его единственная роль в игре была вот от 7 до 15 минут, когда он давал ауру лайфсила Аэму в лесу, когда у того не было Владмира. Вот и на Эйншента, все, больше он не сделал ничего. То есть возьми, не знаю, того же Шаду Демона, да, которого мы видели, он бы, по-моему, делал просто миллион действий. Даже АУЕ любого. Возьми саппорта Магнуса, вот по-хорошему, реально, 6 уровень РП, который бы давал Empower. По-моему, Empower давал больше пользы, чем все, что сделал Race King в этой игре. Я же говорю, ну почему он? Реинкарнация хорошо, его два раза надо убить. Не, это реинкарнация хорошо, когда ты набираешь сетап РНЖ. Если. Вот тут надо зайти в игру. Да, а то без нас начнут. Реинкарнация очень хороша, когда у тебя рейндж кэрри. Если у тебя есть рейндж кэрри, ты замедляешь того же Вайда, вот того же Вайпера, у тебя там кто-то настреливает с задних рядов, это, допустим, Мирана или прочие герои, которые у нас вот были сильны на американских квалификациях, то это здорово. Но когда ты не инициируешь первый, когда ты вообще, у тебя там сетап милишников, да, то Войт вообще ложил на этого в Рейс Кинга, и мы видели, что он пол игры встревал. Вообще Джонни, он поставлял свою команду, он шел вперед и умирал просто на ровном месте. За ним шел Тайтхан, на ровном месте умирал, и они еще теряли при этом тавер. То есть, что, как мы видим, если Arrow Gaming выигрывает игру до 20 минуты, игру они не выигрывают, то у них начинается приключение на самом деле. MVP здесь уже смотрится поярче, как ни крути. Ну что ж, дорогие друзья, мы уходим буквально на несколько минутную паузу. Вот нам пишут, что через 3 минуты уже будет старт, MVP просит малейшую паузу, а у нас небольшая рекламка. 1-1, гранд-финал квалификации Азии к Интернешнлу. Никуда не расходитесь, мы вернемся к вам прям вот-вот. Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних 5 путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV.